Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, на выставке в Анталии. Это, конечно же, турецкое гостеприимство, которому мы всегда удивлены. Итак, наш знаменитый бренд «Пунта». И сейчас со Светланой я вам сделаю маленькое видео, которое будет, я думаю, интересно вам. Но сразу предупреждаю, вся коллекция будет на февраль цены, на февраль месяц, простите. И цены будут известны, естественно, в феврале. Пойдем, рассказывай. Это наш менеджер. Да. Здравствуйте. Начинаем с нашей капсульной коллекции. У нас в этом году очень шикарная капсульная коллекция. Как видите, здесь у нас идет принт Мерлин Монро. Это наша полюбившаяся очень клиентами модель. Идем дальше. Да, сразу же я хочу сказать, вот у меня рука тянется вот к этой. Это одна и та же модель. Вы посмотрите, какой шикарный принт, да, с этой тоже идет. Это тоже из капсульной коллекции. Наш профессиональный стилист Амаль Азари. Это единичные вещи, как говорится, их немного. Поэтому мы вас представляем. А мы идем дальше. Идем дальше. Классический пиджак, но будет с шикарным принтом. Это просто супер. Коллекция опять бомба. Дальше. Света старается все показать и объяснить. Да, все быстро. Хочу все представить. Это наш овер пиджак. Опять же, классика, но сзади, опять же, с сюрпризом у нас принт из нашей капсульной коллекции. На самом деле, таких изделий очень-очень много. Это просто. Также базовый пиджак, посмотрите, будет вот в таком вот принте. Стараемся показать и зацепить, чтобы вы посмотрели, что Пунта опять отличается от вообще от других коллекций. Мне очень нравится, это просто шикарный стиль. С этим принтом мы еще не знакомы, но с направлением, Свет, это какой дизайнер? Это Амаль Азари, наш дизайнер этой коллекции. И вообще эта коллекция отшивается не только на Россию, она отшивается и на Европу, и на Америку в том числе. Вещи неординарные. Я думаю, кто хочет порадовать себя этой весной, коллекция Пунта будет только для вас. Пока одеваем вот такой вот шикарный принт. Плащик тоже из коллекции Амаль Азари. Ну, я хочу сказать, что опять продолжаем коллекцию в более ярких тонах. И вот эти курточки короткие, удлиненный вариант будет обязательно для вас поставлен. То есть это все заказы, которые мы пишем для вас. А еще я бы хотела, Свет, показать по, именно по длинным, потому что очень много запросов на длинные. Да, конечно. Шикарный. Я хочу последнее показать наше шикарное кимоно, тоже из капсульной коллекции. Эти изделия просто неповторимы. Это стиль, в котором вы будете отличаться и быть неповторимым. Это действительно так. А я хочу показать, идет рабочий процесс на самом деле. И вот много из этих изделий, не все, конечно, это право выбора остается за компанией делать закуп. Эти многие-многие изделия будут для вас. А еще можно за мной? Простите, работаем в таком быстром режиме. Я бы хотела показать трендовые цвета, которые будут в этом сезоне. Это, ну, понятно, что это базовый черный. Далее, мне очень нравится вот такой вот цвет. Цвет, как он называется? Это называется более гранатовый. Гранатовый цвет. И по типу идет вареная кожа. Вареная, да, кожа, так, да, испанская кожа. И кедр. Вот такая версия, тоже вообще новая коллекция. На полных тоже очень хорошо, и на третьих. Я параллельно хочу удивить вас расцветками и множество красок. Все это будет для вас. Ну вот смотрите, мне кажется, любое изделие возьми. Хочу стул убрать. Да. Вы знаете, ой, простите, пожалуйста.
максимально быстро показать, но рабочий процесс идет. И можно еще минутку сюда? Второй раз, да? Да, хочу прям вот показать. Это и кораллово-красный цвет, да? Это и замш, который выполнен в этом направлении. Дальше. Посмотрите, какое шикарное изделие. И хочу показать опять же ручную работу. Свет, это реально все это делается реально вручную. Все ручная работа. Да, представляете, как здорово. Ну, а здесь... Также хочу показать ее и вот в такой вот версии. Шикарная. Вообще изделий будет, я думаю, что очень-очень много. Мы начинаем работать, и все это будет для вас. Ну, а мы были на пункте. Это наши любимые, действительно, девчонки, которые трудяги и заслуживают большого внимания и уважения.